феврале во всех муниципалитетах республики традиционно подводят итоги социально-экономического развития за прошедший год и ставят задачи на год текущий. Первый в списке – Красночитайский район. В итоговом совещании принял участие глава Чувашии. Наша съемочная группа сегодня работала в Красных Читаях. Рабочий визит главы республики начался с посещения сельскохозяйственного производственного кооператива «Коминтерн», где буквально на днях достроили молочный комплекс на 1200 голов. Этот инвестиционный проект реализуется в несколько этапов. В этом году уже планируется открыть еще один коровник на 600 голов, а также закупить дополнительную сельхозтехнику. Затем Михаил Игнатьев встретился с активом района. На совещании обсудили итоги года, задачи, которые надо решить в первую очередь. Красночитайский район второй год подряд становится лидером по количеству проектов инициативного бюджетирования. В прошлом году было реализовано 18 таких проектов. Подробнее в нашем ближайшем информационном выпуске.